Неизвестный открыл стрельбу в американской школе в штате Джорджия. Один человек убит, еще двоих преступник ранил. Были это ученики или преподаватели учебного заведения, пока неизвестно. Трагедия произошла на парковке прямо у корпуса старшей школы. Эта территория сейчас оцеплена, полицейские ищут стрелявшего, а вот о мотивах его действий ничего не сообщается.